Я Янгульбаев Сади Вахаевич, судья Верховного суда Чеченской Республики. Отца чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева лишили статуса федерального судьи в отставке. Соответствующее решение приняла квалификационная коллегия судей республики. Таким образом, у Сайди Янгулбаева больше нет судейской неприкосновенности, которая позволила ему избежать задержания 20 января. Тогда, напомню, чеченские полицейские ворвались в квартиру Янгулбаева в Нижнем Новгороде и силой забрали в Грозный его жену Зарему Мусаеву. Позднее она была арестована по обвинению в нападении на сотрудника МВД. Сайди Янгулбаев после похищения супруги вместе с дочерью Алией покинул Россию. За пределами страны сейчас также находятся три его сына – Абубакар, Ибрагим и Байсангур. Их в Чечне обвиняют в причастности к оппозиционному движению «Адат» и одноименному телеграм-каналу. Ибрагим Янгулбаев неоднократно заявлял, что за критику чеченских властей его подвергали пыткам, в которых, как он утверждает, участвовал лично глава республики Рамзан Кадыров. В последнее время вся семья Янгулбаевых столкнулась с травлей в Чечне. 2 февраля в Грозном прошел митинг, на котором жгли их портреты. Кадыров и его приближенные открыто угрожают семье расправой. В частности, депутат Госдумы от республики Адам Делимханов заявил, что отрежет им головы. Федеральные власти России отказались вмешиваться в ситуацию с травлей Янгулбаевых, несмотря на запросы правозащитников и журналистов. Сайди Янгулбаев был назначен судьей Верховного суда Чечни указом президента России Владимира Путина в 2012 году. Через 3 года, согласно официальным данным, его полномочия были прекращены. Как заявил сам Сайди Янгулбаев в комментарии для «Кавказ Реалии», для лишения его статуса судьи в отставке не было оснований. Он намерен обжаловать это решение. Ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на «Кавказ Реалии», чтобы быть в курсе.